Да, всем привет. Кажется, будет дождь, туча. Туча жесткая идет. Давно такой не видел. Сейчас Киев опять начнет плавать, наверное. Просто черное все, так камера не совсем точно показывает масштаб этот. Очень, очень внушительно выглядит. Да. Им отменяется. Это у нас уже тропики. Такие дожди, жесть. Тут просто. Дошла эта туча, которая, видите, после обеда приближалась. Или это уже следующая? Вообще жестко. Заезжаем в эпицентр, наверное, дождя. Да, климат меняется не по-детски. И в этом году уже тонул раза три точно. Последний раз пару дней, пару ночей назад. Позапрошлой, кажется, ночью. Пару раз было. До этого еще днем. Скорость 80, и очень стрёмно. 70. Никто меня не догоняет, не обгоняет. Все, переехали на правый, на левый берег. Проехали буквально километр-два, все, дождя нету. Ну, есть, но это не дождь. Блин, это жопа этим машинам. Все, пока. На металлолом. Это ж выкинули. Блин, смотри на ту машину, смотри, там две машины уже на нее. На нее. Нет, я думаю, что он еще спасти можно. Он сейчас его выйдет. Ну, блин, что, мы тебе помогли. Нет, вот это вот чувак отвергает его Ситроен. Машину спасут. Вот это машину спасут, единственное, наверное. И Ситроен спасут, потому что он его не накрыл. А, не, это хозяин толкает свой мэр по воде. Надо весло ему дать. Это Шкода. А, Шкода? Шкода. Шкоду потолкал себе. Ну, молодец. На аварийке. Слышишь, вон, дивиться, Toyota Camry тупо в знак вдарилась и стоит. Ну, очень знак, а вот это... Так вон, ладно, звучи утонул. А кто?
Та ні. Вибрали сьогодні. Доки, давай, давай, почуть, я знаю, ти можеш. Давай, 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 давай. Доги, доги. Що це ти придумав? Селфі? Я, як завжди, забув заправити. Посмотри, що робиться, посмотри. Горная река. Посмотри вот тут. Ау, фак. Ту-ту-ту. Одно плавало, смотри, до машины висит. Это типа подземный паркинг ушел, типа вниз. Видишь, как дорога стоит? Да. Может, мы его нахер отсюда уезжаем? Прикинь, что там творится под этим самым, под Гулливером. Я понимаю, масштаба, какого масштаба это правительство права. Боже, так выглядит Гулливер. Это ужасно, ребята, просто ужасно. Вот смотрите, что делается. Паркинг полностью затоплен. Сейчас спасатели вывели девушку. Там еще, наверное, остались люди, их машины, все остальное. Но машина это не ваша, самое главное спасти людей. Посмотрите, что делается сейчас в Гулливере. Это ужасно. Где же вы все? Где спасатели? Где журналисты? Никого нет. Почему? Сельпо, Гулливер, откликнись хоть кто-нибудь, откликнись, позвоните, ребята, позвоните. Машина полна самый центр Киева. Все утонули. Шкода плавает. А, это акция от Убера, понял? Убербот. Посмотри, как она утонула. Вон тачки поплыли. Ты просто посмотри, что творится. Охереть. Блин, это жопа этим машинам. Все, пока. На металлолом. Это ж выкинули. А, как хорошо. Там рыба где плавает. Андрюш, улыбайся. Улыбаюсь. Прикинь, да? Вот, Гулливер. Парковка. Офигеть. Всі тролейбуси стоять, наверное, позамикали, дождя немає. Ой, кажу, дождя. Електрики немає. Яка власть такий тролейбус? Зато таксист пытается прорваться в бой. Все стоит, все позаливало. Друга серія 18 числа. Oh,
Да, вот такая жизнь, друзья. Все вы видели сами, что произошло. Это вчера вечером я возвращался с оффроуда, включил камеру. Камеру я раньше включил, еще до того, как началось, вначале видели вы там. Ну, вот такая жесть в самом центре Киева. Экспланадная улица, бассейная. Я видел там проспект Победы, еще возле универмага Украины, площадь Победы попала в кадр. Это то, что мне удалось найти в интернете, чтобы вам показать, что творилось 18 числа в Киеве вечером. Ну, что тут скажешь, все вы видели. Кадров не очень много, к сожалению, не удалось мне самостоятельно поехать. Я, если бы знал, конечно, с радостью принял бы участие и помог бы людям, повытаскивал бы и машины. Да и многие наши одноклубники приняли в этом участие. Но, к сожалению, кто на соревнованиях, кто не знал, так же вот как я. Ну, что может быть такое, но это вообще жесть. Это торговый центр «Гулливер», вот сейчас вы фотографии те, что видите. Ну, в самом центре Киева тоже построили такое здание, не знаю, как ему дать оценку. Тут из серии «Бабло побеждает все» называется. Ну, природу победить невозможно никаким баблом. Я так понимаю, рассчитать такой ливень тропический, ну, невозможно, коммуникации не готовы, конечно. Ну, явно они, возможно, не почищены, возможно, просто не справляются физически. Ну, такой жести не ожидал никто. Хотя это уже третий такой жесткий ливень, жесткий дождь этим летом. Ну, какие-то все-таки изменения климата происходят. Вот прямо под Гулливером. Да, так что не оставляйте машины в низинах. Ну, тут предусмотреть невозможно. Всем, конечно, спасибо, кто делал фотографии, кто снимал видео. На будущее, кто снимает, тут фотографии сейчас правильно снято, а вот это неправильно. Это торговый центр «Глобус», кажется, насколько я вижу, на Крещатике. То есть тоже там плавало все. Или это со вчерашнего дня фотографии, или раньше, непонятно. Ну, то, что нашел, все показываю по максимуму. Все утро собирал. Ну и тем, кто снимал, спасибо большое. Рекомендую телефон держать, кто снимает. Не вот так вот, как здесь, а горизонтально, как у вас телевизор дома расположен, как на вот этой фотографии, более правильно. Ну все, всем пока, спасибо, подписывайтесь, будем надеяться, что такого больше не повторится, этой жести.